Предлагаю приготовить творожный кулич без дрожжей. Рецепт подойдет тем, кто предпочитает домашнюю пасхальную выпечку, но не имеет много свободного времени на ее освоение. Куличи получаются нежные, чуть влажные и очень вкусные. Рецепт простой и понравится тем, кто не желает делать выпечку на дрожжах. В тесто я добавила изюм, но вы можете заменить его на цукаты, орехи или курагу. По желанию увеличивайте продукты в 2 раза. Из указанного количества ингредиентов выходит 3 небольших или 2 средних кулича. Подготовьте все ингредиенты.